В протяжении 5 лет мы действительно добились значимых результатов именно по профилактике и по снижению количества уровня подростковой наркопреступности. Мы констатируем то, что количество несовершеннолетних, совершающих преступлений, уменьшается ежегодно. И это результат работы всех заинтересованных, не только Министерства внутренних дел, но и Министерства образования, и Министерства здравоохранения, поскольку здесь, начиная с 2014 года, использовался комплексный подход. То есть мы работали как на снижение спроса, так и на снижение предложения. Ну, профилактика на самом деле понятие достаточно обширное, и она включает в себя прежде всего разъяснительную работу, правовое просвещение наших детей, для того, чтобы они понимали, что все то, что связано с наркотиками, это уголовно наказуемые деяния. И самое главное – это работа с родителями. Профилактика должна проводиться, естественно, в местах, где ребенок получает образование, поскольку мы вынуждены констатировать, что в поле зрения органов внутренних дел попадают как студенты вузов, так и учащиеся гимназий и средних учебных заведений. И конечно же, медицинские работники. То есть это не только правовое просвещение с нашей стороны, но и дети должны понимать, что наркотики — это опасно. Не только уголовно наказуемо, но и опасно для своего же здоровья и для будущего поколения.